Привет, помашите руками. Это сегодня молодежный стол, а там сегодня взрослые внутри. А что играете? Кто пока лидирует? Я вообще вышла из игры, у меня 3 карты было за все время. А теперь? А теперь мне сколько? Теперь я помогаю Полине. Понятно. Все. Какая карта? Лиса, у тебя какая карта больше нравится из этих? А чем? Она красивая. Непонятно чем. Потому что ты знаешь этого человека, наверное. Нет. Здрасте. Привет. Привет, еще взрослые. Да, большие пришли. Да. Доська. Большие. Привет. 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 Здорово. Привет. 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 Саша, здравствуй. Дай 5. Привет. Привет. Да, вот. Итак, сегодня 2 площадки. Молодежная и олдовая. Молодежные. Старички за телевизором, да? Не старички, а взрослые. Это звучит гордо. Один остался? Да, последний. Заберите его. Да. Это котенок. Это котенок, последний герой. Нет, у нас собака. Их было 6. А этот пока последний герой. Рыжий. Выжить после. Да. Самые денежные. Да. Так, да. Я уговорю маму. В любом случае, даже так. Если она не согласится, я... А теперь мы переходим на темную сторону. Достаточно только сломать, точнее, порвать себе связку, заплатить 160 тысяч, и вот этот аксессуар будешь носить. Да. А можно я не буду рвать связку? Тогда просто 10 тысяч в любом ортезе. Да, мне тоже нравится. Нет. А еще вот так мне нравится. Да. А можно еще светодиодами добавить, будет вообще... А можно обшить металлом, и будет вообще лучше смотреться. А можно как Рыбаков носить туда что-нибудь. Да. Так. Короче, Лев, это давай бар. Вторую ногу тоже, и будешь как терминатор. Бар сюда. Рыбаков больше. Еще выдвижную эту штуку с пистолетом. За выдвижную штуку тебе не дадут. Ой, как вас много сегодня, люди, я так рад. Все такие большие. Ну, замок. Так, люди, напоминаю, вот здесь вход в погреб, он 2-метровый. Здесь не прыгать и не бегать. Лады? Погреб не пар. Да. Тут большинство такого роста, что там никто не пробежит. Хорошо, круто. Ну, мало ли. А он глубокий? 2 метра туда. Глубокий. А там в глубине штырь есть железный. Как мор пошел. Приключения туда и обратно. Короче, перед входом в замок ловушка с шипами. Только не там ее сделать. Надо подвинуть замок. Так. Пора резать арбуз. Сегодня программа такая. У нас есть Tekken. Tekken 5. Потом будет еще Soul Calibur 2. Я хочу сделать круглый стол обсуждения на тему виртуальная реальность. Я подготовил всякие прикольные вопросы. Мы все на них будем хором отвечать, говорить всякую ерунду. Вот. Антон, я все понимаю, но где ты возьмешь круглый стол? О, повесили мои плакаты наконец-то. Да. Он будет виртуальный. Ладно. Так. Да, они у меня лежали, и мне бабушка запрещала. Почему? Потому что пошлые японские девушки. А там есть, там, да, обложка задняя была, где они голые. Я принес их сюда, и мальчик маленьким сразу спросил, а почему они голые? Значит, бабушка была права, да? На одном из них есть так... Такая сцена. Бабушка жила, плохому не научу. Скорее всего, из манги. Я их отдал ветру, и через 20 лет их наконец-то повесили. Научила ветру плохому. Какой-то из этих плакатов скрывает обратную сторону. Пусть скрывает дальше. А что, там они голые? Да нет. Ну иди ищи сам. Нет, они там, по-моему, переуплощили. Я не буду больше продолжать эту тему. Так. Знаешь, голые. Так, ладно. Эта тайна будет раскрыта. Вот, смотри. А, да. Что здесь? Ах, джет, как ты можешь? Нет, здесь все в порядке.
Нет, как это? Вот, вот что это такое? Что это такое, Джек? Похоже, бабушка говорила по противоположную сторону. Да, она молодец, она посмотрела с обоих сторон. Так, здесь все в порядке. Смотрела на другую сторону. Вот здесь, а здесь работа для фантазии. Придумай свое счастье сам. Ветер, ты где добыл такой клевый браслет? Никто меня не поддержал, все поддержали. Это не браслет, это кусок от люстры. Я угадала. Под которой прошло мое детство. Я... А теперь попробуй его снять. Это вот люстра это 20 лет лежала здесь. Потом я ее разобрал на части. А парного это нету, кусок нет. От люстры. Из нее из трех выходили эти штуки. Рожки. С другими можно штуками. Вот я говорю, камушки. Нравится? Собирай. Судя по твоему рассказу, это не браслет от люстры, а какой-то ядреный садомазоустройство. Нравится, забирай. Ну, штука такая. Она 20 лет лежала здесь. Да, вот я потом я люстру забрал, все выбросил, а это оставил. Это самый красивый. Слушай, я возьму, я сделаю с него реальный браслет с камушками. Обязательно. Да. Хочу большие дочки. Хочу, я думаю, он будет доволен. Скоро, да? Нет, игра перенеслась на следующий год. На июнь месяц. Я думаю, эту штуке будет приятно. Она лежала 20 лет здесь. Кстати, да, в будущем году есть шанс. Забытая. Сейчас сегодня турнир будет какой-нибудь? Не знаю. Я хотел больше круглый стол. Но турнир. Круглый стол? Да. А что будем? Обсуждать виртуальную реальность, плюсы, минусы, прогресс. Чем она навредит нам и чем поможет. Она уже близко, поэтому надо ее обсудить. Да, да, да. Берешь два ножа, тогда... Можешь звук менять. Владимчик почти что. Подумай, что на другом конце планеты кто-то может подключиться и смотреть, тоже обсуждать с тобой то, что вы видите вместе. Зайти сзади и сказать «бо». Нет, такое же когда-то было. А что это? Это шлем виртуальной реальности. А можно мне попробовать? Сейчас, да, она насмотрится, и ты туда залезешь тоже. А я вчера, короче, тоже смотрела шлем виртуальной реальности. Я была, в общем, этим... креслом. Креслом? Я была в кинотеатре, я вот так смотрю в себя, я кресло. Кладу руку на кресло, а там Лиза. Но вместо Лизы там еще одно кресло. А чем дело кончилось? Дело кончилось тем, что свет это все. Да, я тоже кресло. Вот. Нет, я все-таки на кресле. Виртуальный раз позволяет. И там никого больше нет. Будь креслом. Да. Стойки назад. Это то, что вы хотели от виртуальной реальности. Сбылась мечта человечества, тебе любой может... Не знаю, мне кажется, в пустом кинозале сидеть как-то жутковато. Стремно. А если бы там были другие люди, которые бы мешали тебе смотреть, тебе было бы уютнее? Да. Это было бы как-то правдоподобнее. Ну... А так, наверное, можно когда-нибудь сделать. То есть ты сможешь пообщаться с людьми кому-нибудь. Ну, оазис, оазис. Функция да. Кинотеатра. То есть рядом появляется человек с попкорном, и здесь живет. Такое уже есть. То есть там то есть все в виде смайликов, и кто-то постоянно вылезал и корчил рожи на фоне кино. И в конце концов там выпустили законы, чтобы отключалась видимость людей, которые делают вот так. В общем, появился уже троллинг виртуальной реальности. То есть в виртуальной реальности уже появились запреты? Да. Получается, она не дает свободы. Ну ее сразу начинает ограничить. Свободу некоторые используют для того, чтобы вредить другим. Я кресло, огромное кресло. Вот. Ой, тут какой-то мужик. Беги от него. Прикинь, некоторые видят в виртуальной реальности то, чего там нет. Даже мужиков? Компьютер. Баба какая-то. Это, наверное, оператор кинотеатра или кассирша. Ваш билетик. Компьютер. Осторожно, там стол с ножиком. Там компьютер. Айпад. Ходить нельзя. Там айпадский компьютер. Да ничего там нету такого. Я все еще приеду. Я 2 года пользуюсь этим кинотеатром и не видел там ни компьютеров, ни Apple. Это не та виртуальная реальность. Ящик, то ли компьютер. А ты в кинотеатре была хоть раз? Так, мы... А, вам когда удобнее на час обсуждения? Вы все покушали? Наливай, пей. Что себе для этого надо? Да, потом нам тебя идешь. Мне уже руки встали. А, ну, ладно. Так. Ты же поддаешься. Ну что? Конечно, мы анимешники все здесь. Я просто обожаю аниме. Ну, особенно аниме про любовь. Настя, ты знаешь это аниме?
Нет. Ты не знаешь, что это Аня? Я знаю демонов старшей школы, это был Русан. Нет, у нас как-то это... Покемон, роботы-ниндзя. Папа выиграл. А недавно, кстати, мы пересматривали... Чобитов. Тьфу, ты опять забыла, как он называется. Чобиты. Чобитов тоже смотрела. Ковбой Бибоп, Чобиты. Рубаки. Рубаки, классно, да, пересмотреть. Эскафлон. Смотрите, это новое аниме. Да, упадем. Свежачок. Да. Аниме про пингвинов. Сейчас Настя врет. Ой, Полина врет. В жмурки играть. Да, чуть прикольно. Причем и видишь вокруг себя всяких монстров и в страшном коридоре. Я вас вижу. Тебя особенно. Эй! Так. Настя. Ай-яй. Так, не выходи дальше. Все. Ладно. Не споткнуться. Да.